Дорогие, милые, обворожительные, самые обаятельные и привлекательные девочки. Да-да, именно девочки. И неважно, играете ли вы в игрушки в детском саду, корпите над уроками, идете на работу, а может быть, умудренные опытом, неспешно просыпаясь по утрам, идете на кухню и завариваете чашечку ароматного кофе. Мы все девочки. Неспроста Международный женский день отмечается именно весной, потому что весна – это всегда пробуждение, это всегда молодость и олицетворение всего прекрасного, что есть в природе. Впереди предстоящие выходные. Посвятите это время себе и переложите все свои заботы на мужские сильные плечи. Пусть они позаботятся о вас, а вы ищите гармонию, баланс и умиротворение. Наши мужчины школы в Капотне также присоединяются к поздравлениям. Ловите их. Дорогие дамы, поздравляем вас 8 марта. Пусть в этот день ваша душа наполнится нежностью, любовью, лаской, а все желания непременно исполняются. Женщина – это самое прекрасное, что есть на этом свете. Оставайтесь такими замечательными, прекрасными, обаятельными. Желаю вам счастья, любви, благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. Мы вас любим. Дорогие женщины, вдохновляйте нас, мужчин, на красивые поступки. Пускай в вашем доме будет гармония, радость, тепло и уют. Будьте счастливы. Пусть сегодня ваша душа наполнится счастьем, радостью и любовью. В этот солнечный день мы желаем вам здоровья и семейного благополучия, уважаемые женщины. С 8 марта!